Добрый день, друзья! Мы приветствуем вас на канале «Стройгарант Анапа». Мы в ЖК «Азовский» на берегу Азовского моря в Темрюке. Сейчас мы вам расскажем об этом замечательном коттеджном поселке. Слушайте внимательно, будет интересно. Как вам здесь нравится? Вообще уже 3 года в восторге, прямо аж пищет восторга, понимаете? Море близко, самое главное. Очень близко. На крышу, если залезть, понимаете, прямо воду видно. Вот там, где сейчас дым стоит. Как там, конечно, здорово. Вообще, понимаете? А у нас есть выход в Азовское море с лимана. И поэтому здесь рыбы. Вы рыбачите? Сами рыбачите? Да, 2 раза. Время рыбачим. 2 раза. Компания «Стройгарант Анапа» планирует построить на территории ЖК «Азовский» 150 домов с жилой площадью от 50 до 145 квадратных метров. Все коттеджи выполнены в едином архитектурном стиле и составляют эстетическую гармоничную композицию, что делает это предложение уникальным на рынке малоэтажного жилищного строительства Юга России. В данном комплексе запланированы отдельные участки земли, которые можно обустроить под детскую игровую площадку и здание коммерческого назначения, в которых будет удобно открыть бизнес. Индивидуальное подключение охраны территории и сети интернет, другие сервисы и привилегии осуществляется жителями ЖК самостоятельно. ЖК «Азовский» расположен с трассой А-289, идущей к А-290, федеральная автомобильная дорога Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк, автомобильная дорога Новороссийск-Керчь. Автомобильная дорога федерального значения России. Этот факт обеспечивает транспортную доступность и служит гарантией того, что жители Азовского могут быть твердо уверены в своем будущем и при желании могут найти интересную работу не только в городе Темрюк, рядом с которым расположены, но и в ближайших городах. На данный момент Краснодарский край привлекает специалистов из других регионов, и сегодня многие сферы деятельности нуждаются в новых кадрах. Темрюк – небольшой, чистый, безопасный, уютный и красивый провинциальный город. Он впечатляет туристов своим спокойствием, доброжелательной атмосферой, что, несомненно, важно для качества жизни. Этот южный городок не является курортом, и это делает его еще более привлекательным по сравнению с другими приморскими городами, где летом суета, загруженность. Темрюкский район расположен на полуострове, окруженном 2 теплыми морями – Черным и Азовским. Таким образом, жителям Азовского будет весьма непросто определиться с любимым пляжем, так как это около 250 километров только песчаных берегов, представьте. А есть еще галечные пляжи, ракушечные. Кстати, с берега Таманского залива виден полуостров Крым. Фантастически красивые виды. Они открываются перед глазами путешественников, посетивших Крымский мост. Друзья, здесь очень свежий и приятный морской воздух, много виноградных полей, изобилие местных фруктов. Если вы мечтаете жить на юге и ищете свой дом на Кубани, то ЖК «Азовский» – это лучшее место для вашего дома. Друзья, ЖК «Азовский» немного отличается от других жилых комплексов компании «Стройгарант Анапа». Обратите внимание, он выполнен в красивых шоколадных оттенках. И дома с мягкой кровлей. Особенность этой кровли такова, что в дождь вы не будете слышать, шумоизоляция прекрасная, а дожди у нас здесь бывают часто, поэтому данная мягкая кровля, ну, очень классная, поверьте. Заборы в большинстве своем выполнены из евроштакетника. Друзья, посмотрите, все территории благоустроены, каждому дому подведено электричество 15 кВт, у каждого дома свой индивидуальный септик, есть водопровод, и обратите внимание, газ уже подведен к границам участка. Далее уже дело собственника. Улица отсыпана, также отсыпаны все подъезды к каждому дому. Посмотрите, на легковой, на грузовой машине можно подъехать. Улица широкая, дома от 50 до 130-го, по-моему, проекта. Посмотрите, есть одноэтажные, есть двухэтажные. Кто-то уже сделал навес для своего автомобиля, а у кого-то эта работа еще в процессе. Дополнительные работы можно также заказать в нашей компании «Стройгарант Анапа».
как мы уже сказали, 150 домов планируется построить. Большинство уже подстроено. Во многих уже живут люди, благоустраивают свои придворовые участки. Но у вас еще есть шанс нам позвонить, узнать, какие дома есть в свободной продаже. И мы обязательно подберем предложение именно для вас. Не теряйте драгоценные минуты, звоните. В ночное время фонарики брать не обязательно, потому что улица освещена, светло, как днем. На каждом столбе перед каждым домом есть огромный светильник. Все здорово, не заблудитесь. Жизнь в жилом комплексе кипит. Люди благоустраивают свои придворовые территории. Посмотрите, устанавливают детские площадки, высаживают молодые саженцы. Скоро все зазеленеет. Это только февраль, а что будет дальше? Вот увидите. Будет город-сад. Друзья, конечно, есть дома в свободной продаже, вы еще можете нам позвонить. Одноэтажные, двухэтажные, для маленькой семьи или для большой семьи, выбирайте. И строительство еще идет, есть пустые участки, где еще строительство не начато, но мы обязательно построим здесь 150 домов, как и обещали. Есть уже завершенное строительство, все очень красивые, в едином архитектурном стиле, как я уже сказала, в шоколадных оттенках, но очень вкусно. Посмотрите издалека, если посмотришь на всю улицу, на каждом доме сверху труба, но дым оттуда не идет, это, конечно, вытяжка, но очень красиво смотрится, как-то даже по-сказочному, что ли, очень уютно. Друзья, вы на канале «Строй Гарант Анапа». Мы сделали для вас обзорную экскурсию по ЖК «Азовский». Мы на берегу Азовского моря, друзья, и есть дома в свободной продаже. Позвоните нам, не откладывайте. Возможно, с этого звонка начнется новый этап вашей счастливой жизни. Мы подберем дом именно для вас. Звоните!